Саша, о чем просил тренер выпускать тебя на замену, причем на непривычную для тебя позицию? Просил, ну, в первую очередь, помочь команде, потому что видно, что было тяжело, уже погода такая жаркая, набегались многие. Просто сказал прикрывать фланг и немного смещаться в инсайдную зону, то есть на привычную для меня позиции. Ну и побольше стрелять в атаку, там, постараться убежать контратаки. В принципе, что получалось, я думаю, сегодня. Чуть ли не первым касанием тебе удалось заработать пенальти. Помнишь тот эпизод? Ну да, там, в принципе, такая ситуация была, что уже, наверное, останавливаться нет было смысла, надо было уже лезть до конца штрафную. Хотел, в принципе, там, даже не знаю, что-то хотел придумать, но не думал, что пенальти. Так получилось, как бы. Ну, считаю, что пенальти был чистый, и, в принципе, сложилось все удачно. Многие уже работали с Семином, ты нет, но ощущается масштаб личности? Ну, естественно, конечно, ощущается. Сразу видно, какой человек приходит в команду, что он требует, как он говорит команде, в принципе, как игроки себя ведут, видно сразу, ну, естественно, чувствуется. Такие люди, то есть, даже можно ничего не говорить, в принципе.